որից։ Հա, իքեր։ Հանի։ Ասեմ, հանի որից։ Իսա բոյած եկան այս դուրը։ Այա, փոքի որից, փոքի որից։ Իսվանի եկի քաշի մելիստա։ Չէ, հանի որից։ Ա, չէ, բրա, թող հանի։ Չի չոսմացած, մենք ունեմ։ Անգեր պետք է հանի, ասեմ պետք է հանի որից։ Ես էլ ասեմ, չեք դեթ հարցնա, այո։ Ասա, որոշի ու՞նց գործնի։ Սունիկի մարդում ասեք ասեմ։ Չէ, բրա, հանի որից։ Պոկի որից։ Ակիս բր հայրացուց մրանոճած։ Հա, ախպերս։ Որտե կռվել են, գիտեմ էտի ինչա, բրա։ Ասես, ես ոչ մի չեմ։ Ասեմ կռվել են։ Գիտեմ էտի ինչա, հանի որից։ Շուտ արա։ Պոկի որից։ Պոկի ձքի հանի ասում եմ։ Ձկի հանի։ Ինչ գործ ունի թուրքական դրոշը հայազգի մեջ, ախպե։ Հանի, իսկ դու, տուր ինձ։ Տուր ասեմ։ Տուր։ Չէ, ասում են տուրի։ Այո, ասում են տուր ինձ էդի։ Տուր։ Սա ինչ գասա այն։ Տուր ինձ։ Տուր ինձ ասեմ։ Չէ, ախպե, չեմ անջատում, ի՞նչ անջատեմ։ Չէ, բրատ, ես քեզ վրա չեմ պահում։ Բերստե։ Յա։ Տուր ինձ։ Թողաշեցի արավում։ Բրտի ավտոդե։ Անգեր ես սխալ չեմ անում, հավատանում։ Ա, ոչ չեն անում, ախպե։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես տնօրենի հետ եմ խոսում։ Այո։ Ձեր ազգանն ինձ կասեք, Փարսյան, թե սխալվում եմ։ Կոստանդիան։ Կոստանդիան, հա, պարոն Կոստանդիան, ես ԿՊ գրասենյակից եմ զանգում, դուք այսօրվա երթին ներկա եք լինելու և քանի հոգով։ Ես վատառող չեմ, այս արձակուրդում եմ տեղեկացրել եմ կազմակերպելուն, հիմա չգիտեմ քանի հոգի կա։ Բայց մոտավորապես թիվ պիտի իմանանք։ Ախր ես չգիտեմ, ոնց ես թիվ ասեմ, ասել եմ, որ բոլորին տեղեկացնեմ, ովքեր ցանկություն ունենան գալու։ Հա, ցանկությունով, բա թիվ չէին ասել, որ բոլորը գան։ Չէ, դե հարկելիս է, սա ցանկությունով է, իհարկե ցանկությունով է, բոլորին տեղեկացված է աշակերտների 9 դասանից տեղակեպա եւ մանկավարժների։ Հիմա ինձ օրվա վերջում կասեն, էլի դասերի վերջում կասեն, քանի օքի մասնակցել։ Հա, բարձր։ Եղավ դեռ։ Ուղղակի ես հիմա արձակուրդում եմ, ես վատառող չեմ։ Հա։ Դամար ես հիմա նույնիսկ դպրոցում չեմ։ Բայց այդ մարտպետանից են, չէ՞ զանգել։ Սկսեցի։ Հա։ Юбилейным для Содружества независимых государств КАТУ председательство осуществляет Беларусь, которая, несмотря на целый ряд эпидемиологических ограничений, приложила максимум усилий для продвижения сотрудничества. 30-летие – это хороший повод поделиться мнениями о результатах проведенной работы, наметить пути дальнейшего развития организации, роль и значение которой на разных этапах рассматривалось по-разному. Мы поддерживаем заявление по случаю 30-летия создания СНГ. Оно дает не только оценку деятельности организации, но и намечает направление его дальнейшего развития. Обозначены пути взаимодействия, в том числе по линии зеленой экономики, цифровизации, промышленной кооперации, инновационных технологий, утилизации природных и экономических ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса. Одной из сильных сторон СНГ всегда было сотрудничество по гуманитарным вопросам, которое, помимо всего прочего, обеспечивает связь прошлого с будущим. Ярким свидетельством тому является, например, ежегодный молодежный конкурс «100 идей для стран СНГ», который на днях прошел в областном центре Сюникского Марза Армении в городе Капан. Мы с радостью поддерживаем решение об объявлении молдавского города Камрад культурной столицей Содружества в 2023 году. Мы также поддерживаем представленные заявления по биологической безопасности, вопросам миграции, защиты избирательных прав граждан и гарантии электорального суверенитета государств, участников Содружества. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, я бы хотел поделиться с вами моими оценками ситуации в нашем регионе
сложившимся после прошлогодней войны, и познакомить вас с моими представлениями о будущем. Как вы знаете, благодаря посредническим усилиям Российской Федерации, 9 ноября 2020 года удалось достичь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в результате посреднических усилий Москвы, в Нагорном Карабахе были размещены российские миротворцы, обеспечивающие его безопасность. Российская Федерация и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны. Они сегодня играют основную роль в поддержании мира в регионе. Мы благодарим за эти усилия и полностью разделяем философию, на которой они основаны. Сегодня наш регион стоит на пороге очень важных трансформаций. При проявлении политической воли и мудрости они могут изменить существующую на сегодняшний день картину и привести к формированию условий для подлинного мира и стабильности. Мы готовы к таким изменениям. Более того, они совпадают с нашими видениями будущего. Правительство Армении в программе своей деятельности поставило целью открытия новой эры мирного развития для нашей страны и нашего региона. И мы, победив на внеочередных парламентских выборах в июне этого года, получили мандат на достижение этой основополагающей цели. Однако есть очень много факторов, которые ставят под сомнение возможность мира в нашем регионе. Несмотря на все политические усилия и вопреки трехстороннему заявлению, люди продолжают гибнуть в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. В этой связи я предлагаю усилить трехсторонние механизмы расследования инцидентов и соблюдения режима прекращения огня и всех военных действий. Риторика вражды и ненависти, постоянные угрозы и провокации стали повседневностью для нас. Очень многие не только не верят, но и не хотят мира и стабильности в нашем регионе. И в этих условиях очень трудно продвигать повестку мира. Но мы настроены решительно и сделаем все от нас зависящее для достижения мира и стабильности в нашем регионе. И мы имеем ясное представление, как достичь этой цели. Диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды, к сожалению, имеющие место в нашем регионе, разблокировка всех региональных транспортных и экономических коммуникаций – вот единственный путь, который мы считаем, может привести к этой цели. В этом контексте очень важно выполнение тех договоренностей, которые были